Майор медицинской службы с позывным «Калибри» с февраля прошлого года служит врачом на СВО. Его жена Наталья Сайганова всячески поддерживает супруга и участвует в сборе гуманитарной помощи для российских солдат. Раньше отвозила посылки сама, сейчас этим занимаются волонтеры. В этот раз она рассказала, каких лекарств не хватает на СВО. Хочу сказать огромное спасибо и от медицинского батальона 195-го, и от себя лично, потому что вы всегда именно вот по списку и все самое нужное собираете, ничего лишнего. Наталью пригласили в местное отделение «Единой России». Парламентарии помогли со сбором и отправкой необходимой посылки. Мы в меру наших сил, конечно, с удовольствием поддерживаем. Да, и вот сегодня из вашего списка часть вот этих медицинских приспособлений, лекарств мы передаем. Ну и надеемся, что до конца победы мы так и будем с вами, будем помогать, конечно. С начала боевых действий сбор гуманитарной помощи приобрел огромные масштабы. В формировании таких посылок принимают участие все неравнодушные. И партия, и фракция депутатов Одинцовского городского округа постоянно занимается сбором гуманитарной помощи, средств для оказания различной помощи, начиная от жителей Донбасса, детей, там ремонт пострадавших, и, конечно, бойцам СВО. Несмотря на все переживания и тяжесть расставания, Наталья старается не падать духом, воспитывает четверых детей, и они все ждут папу домой. Раиса Киян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».